«Красивее места никогда не видел», – так вспоминает свои первые впечатления о Самаре почетный гражданин города Геннадий Котельников. Он приехал сюда учиться более 50 лет назад и, признается, ни разу не пожалел о своем выборе. «Это награда особая, понимаете? Вот я почетный гражданин Самарской области, я этим горжусь, но для меня вообще ближе и дороже, что я почетный гражданин вот города Самара. Я люблю Волгу, я люблю людей, проживающих здесь, я люблю обстановку, которая у нас в городе. Не без проблем, конечно, у нас проблем есть, без всякого сомнения, но люди у нас особые, дорогие друзья, особые люди. Их надо чувствовать, их надо понимать и очень много для них делать. Они заслужили этого». Вся научная и творческая деятельность Геннадия Петровича связана с Самарским государственным медицинским университетом, в котором он прошел путь от студента до ректора. Он создал и 8 лет возглавлял совет ректоров вузов региона. Геннадий Котельников с 2018 года является председателем губернской думы. «Мы гордимся каждым почетным гражданином. Все они уникальные люди, которые сделали для развития Самары потрясающие, очень знаковые вещи. Это касается, конечно, и Геннадия Петровича. Мое личное уважение к нему безгранично. Я его уважаю и как человек, и как профессионал, и как доктора, и как наставника». «Мы гордимся, что вот именно в этот период работы Думы, что созывы, именно такой человек Геннадий Петрович Котельников рассматривался. Мы эту кандидатуру, так сказать, единогласно ее одобрили». Геннадий Котельников стал 66-м почетным гражданином Самары. Лариса Шлафаст, Константин Головин, «События».